Быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши одноразу. Присоединяйся. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься, может, к бою. Прорвемся. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Это еще что за хрень? Спокойно, без паники. Никто не...
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка.
обещал! Уходи! Отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя! Тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напасть. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнули. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят.